Вот такие вот самопальные столбцы образовались у дворе дома на Артема 17. И не только здесь. Ограждения для въезда во двор есть по всему городу. Где-то лежат на тротуаре просто плиты, где-то въезд огражден цепью. Беспокойство жильцов понятно, запретит въезд чужим в свой двор. Но ограждения могут быть препятствием для въезда и экстренных служб.